маленький пациент, которого мы летали в Москву. Цветущий самолет, цветущий аэропорт. За эти годы превратилось, не могу сказать, как это помещение назвать, счет крыша, убитая полоса. Тяжело, наверное, добавить мне Вячеслава Валентиновича, которые ждут при запуске первого самолета и открытии нашего аэропорта. Хочу от себя лично, от всего депутатского корпуса, главы областного совета сказать, что мы будем поддерживать этот проект и подставим плечо как и администрации, так и любому инвестору, кто и пробует обращаться в областной совет. Я думаю, сегодняшний день будет знаковым в какой-то мере для судьбы нашего аэропорта, я, по крайней мере, на это надеюсь. Всем нам удачи и всего самого хорошего.